Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, Пацаева, 16. Смотрите, какие у нас интересные ковшики пришли. Штампованные. Газовая плита, стеклокерамика, электрическая плитка и посудомоечная машина. Сделано в России. Прекрасный, просто прекрасный ковшик. 199 всего. Правда, не очень большой, всего диаметр 16 сантиметров. Изготовлено в Тверской области. Мне прям понравилось. Понравился ковшик хорошенький. Тем более за такую цену, за 200 рублей. Яичко сварить, там картошечку, воду скипятить. Чайники здесь еще есть в наличии такие. Вот такие во всех светофорах. А этих не везде. А эти не везде есть. 632 рубля. 2,3 литра. И довольно-таки такой большой. Крендель. С морской солью 500 грамм, 65-70. А также появились новые конфеты с начинкой сгущенное молоко Амелия. Конфеты помадные. 113,20 за полкило. Что-то я прочитала ваши отзывы, и мне перехотелось брать вот это какао. Я так хотела взять, вы сказали, что невкусное. Напишите еще чье-то мнение, вкусный или невкусный все-таки этот напиток. Вот когда был он обычное какао, он был вкусный. А теперь какие-то различные добавки. Не знаю даже. 59,70, 200 грамм. Конфеты Kids Milk. 500 грамм. Радуга. 231 рубль. А это безе. Безе Мега Звезда. 138,60 за 200 грамм. Молоко топленое. 3,2. Молочный терем 55 рублей. А также есть 2,5, 52 рубля. Сельдь тихоокеанская, натуральная, с добавлением масла. 250 грамм. Производитель Приморский край, город Владивосток, 41,20. Приправы на по нраву. Цыпленок. Для цыпленка табака приправа 100% натуральные, без консервантов, без глутаната. Для мяса приправа есть. Есть для всех блюд универсальная приправа. Аджика. И такая приправа острая. Может быть, для корейской морковки подойдет. Но это уже другая. Да, 29 рублей стоит, а красный перец 82,20. Скумбрия свежемороженая 214,40 стоит. А мы с мужем хотим разрезать ее вот так, скумбрию, и на гриле, на костре, на углях, вернее, приправками. А, по-моему, там еще в соусе соевом немножечко, минут 30 вымочить, и на гриле. Но это я у себя возле дома куплю. Здесь я далеко сейчас от дома не потащу. Так что кому нравится. Вот мы уже все делали. И плов, и мясо, и все. А вот рыбку мы не делали. А тем более у ней мало кости. Ну, это можно сделать. Грибной шампиньонов оценили. Теперь она 109,90. Морской коктейль. Как я его люблю. В рассоле 500 грамм, 167 рублей. Рыбка, килька. Ух ты! Какие абрикосы! Я думала, это яблочки молодые, а это абрикосы. Между прочим, вот такие зеленые абрикосы бывают очень даже вкусные. Но я их нектаринами называю. А, ну вот они нектарины и есть. Нектарин 98,30. Бывает, что они невкусные, а бывают прям очень вкусные. А на вид как будто бы зеленые, неспелые. Что это? О, сметана. Сметана. Ведро 900 грамм, 93,60. Массовая доля 20%. ГОСТ. Что-то я сомневаюсь. Это пятигорская сметана, что она хорошая. Тоже 43 рубля. Вы пишете, что хорошая. Моцарелла для
для пиццы 287 рублей. Роклер опять привезли, купаж с ветчиной. С чем еще есть? Сливочный есть, 171 рубль. Вот такой сливочный. Вот такой я в светофоре ни разу не брала. 370 грамм. Этот творог тоже не везде есть. Возле дома моего нету. Здесь 9% творог, 126 рублей. Рус молоко. Все, женщина подошла, говорит, вкусный очень. Все, возьму сейчас. Огурчики 52 рубля, кабачки 40 рублей уже. И томаты 86. Только я их здесь не наблюдаю. А, вон они. Все, взяла творог. Посмотрим, попробую. А, стиральный порошок. Спектр. Спектр 283 рубля, 6 килограмм. Также есть Био 2 универсальный, 469 килограмм. Next порошок. 9 килограмм, 460 рублей. И горчицу сюда тоже привезли. 110 рублей сидират. Кстати, я хотела кустодержатель же купить, а здесь только большие. Мне нужен маленький теперь. Большой-то я взяла, а вот теперь мне нужен маленький. Вот сейчас укрывной материал не берем, а потом будем искать, бегать. 3,2, 10 метров. Ну, плотность здесь 30. Была бы 60 плотность. Здесь 30 плотность. Не очень такая большая. Сколько стоит? Что-то 200 с чем-то рублей. Здесь нет ценника. И черный здесь есть. И вот белый есть. Вот он. 227,90. Какой-то шнур новый. Шнур бельевой. А, такие цветные были. Да, это не новый. Полипропиленовый 500 метров. Это не то. А вот и черный укрывной материал. Он идет и как сажать, и как укрывать, наверное, все-таки. Но здесь уже плотность 60. 1,6 на 10 метров. По-моему, стоит так же. Ух ты, как красиво стоит. Кондиционер для тканей Боникс 3 литра. И разные. 122,80. Био. Гель для стирки. Супер концентрат. Лунар. Гель для стирки. Супер концентрат. 231,50. Тоже 3 литра. А вот на био гель нет ценника. Есть еще гель Бэби. Легко вымывается. Не раздражает кожу. 186,50, 2 литра. А это новинка совсем. Гель с кондиционером. Концентрат Био. 3 литра, 231,50. Альянс Косметик. Универсальное моющее средство для пола, кафеля, сантехники, мойки, посуды. Гипоаллергены, антибактериальный. 3 в одном. 99 рублей, 2 литра. А это маска, гиалуроновая кислота для всех типов волос. И есть еще древесный уголь, вот зеленый, с экстрактом алоэ. Здесь гиалуроновая кислота гуар, а там древесный уголь, экстракт алоэ. Интенсивного действия для очищения, восстановления и защиты волос. Маска обеспечивает волос, маска обеспечивает волосам и коже головы глубокое очищение. А древесный уголь в составе один из лучших природных абсорбентов. 270,40. 1 литр. Вот еще средство для стирки. Тропический бриз. 3 литра. 208,80. На этом все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.